Всем привет, с вами Мяц, это мой Ник Ютуб, я буду вам обзорить обзор вот такую штучку Лего Star Wars от компании Boom Boom. Вот как бы вот здесь не должно написано быть Star Wars, тут должно написано какой чувак, от какой планеты, я бла-бла. Вот. В комплекте не шло вообще планеты, ничего, как бы инструкцию я сохранил, уф. Но она воняет пиздец, потому что она в коробке внизу стояла, как бы. Я ее помыл, высохла. Тут вот такая мини-фигурка должна быть. Да, у нее вот такие штучки вообще бы не были, то есть такие синие штучки. У меня мини-фигурки нету, как я говорю. Буду вот так на по инструкции показывать, как бы. Вот у него вот такое не было, как бы, вот такой желтый, раньше. Стеклашка. Она была, только она такая более красная была. Вот. И вот эти штучки у него были как якора. И якорь. Вот, они такие штуки. Бластер у него был не очень длинный, у него был вот такой мелкий вообще. Вот такой. Они как тут. Ну, как бы они всю подъеб сделали. Вот. Перчаток вообще у него не было такие черные. У него были вообще реже, как у человека нормального. Такие. И все. А вот такие штучки у него не было. У него было красноватое будет. Мини. Вот. Когда они на наеб сделали как-то. Вот. И как бы вот это, смотрите. Вот еще. Белое. Это какой-то уже какой-то птица какая-то уже похожа. Вот такая, которая повторяет за все. Вот как бы белая, желтая. Красные, такие не очень красные такие. Не тут как-то так темно-красные, а тут вообще красные. Как-то они вообще плохо сделали, эти китайцы. Но зато он дешево стоит, как бы. Про это не поспоришь. Не поспоришь. Как бы я мини-фигурку проебал, я ее потерял возле батареи. Она расплавлена, кажется. Может быть, я не видел. Вот. Как бы у него такие типа пушки, они не пуляются. Я думал, они пуляются. Вау, сказал бы. Если пулялись бы. Таких бы два набора. То есть наш магазин вот это продается. Сзади показано, что другие наборы есть. Вот. Планета в комплект не ходила, я это говорил. Как бы что еще тут? Инструкция по собиранию. Она заканчивается на какой страничке? Вообще не пойму. На 16 страничке. Дальше как-то китайцы затупели, мозгов не хватило, как бы. Какие-то красные линии, что ли, они какие-то опыты делали с людьми. Вот. 18 написано, потом вот это. Почему они вот сюда картинку не запилили? Не знаю. Какие-то тупицы вообще. Вот тут уже как-то набор. Куда видите, уже показана реальность. Вот. Вот эти все наборы тоже такие разноцветные вообще. Пластмассу они не смогли вообще сделать нормально. Ну, хотя бы спасибо за то, что осталось хотя бы бинокль. Такие штучечки. Можно их использовать для механизмов. То есть, как бы, вот такие держалки, палочки такие различные. Вот. Я это, думаю, конструктор разберу, потому что если я пока что не найду мини-фигурку. Мини-фигурка была, в принципе, неплохая, но через 2 месяца от нее пропечатка вот эта передняя. Вот такая передняя. Она исчезает вообще просто. Ее, если потом тронешь, да, немножечко водой или каким-то мокрым веществом, она уже будет немножко пропадать. Потихоньку и потихоньку. Вот. Как бы набор говна. Не покупайте. Можно его купить только из-за деталек, из-за бинокля, и из-за пистолета, и из-за мини-фигурки. Вот. Или если у вас денег не хватает на Star Wars. Вот. И еще я нашел в коробке. Да, это я все в коробке нашел. Как бы вот еще вот такие китайские штуки. Такие человечки. 4 человечка. Блин, что-то у этого нога отсоединилась. Запили. Вот, все.
Первый это какой-то такой скоростной. Я не помню. Какой-то мультик, кажется, был в Китае. Не знаю, короче. Какие-то роботы. Я их покупал за 150 тенге. Это где-то будет сколько рублей? 20-30 рублей или больше. Как бы такие щиты скоростные. Как бы у него ноги вот такие тонкие, чтобы быстро бегать. Как бы еще у него не одна голова, то есть вторая голова есть у него. И джекпад. Вот. Может летать. Уи. Дизайн у него неплохой. Пластмасса не воняет. Она наоборот была есть же таким запахом каким-то, например. Клубникой там, а бла-бла. Давным-давно я играл. Из этих четырех еще один должен быть, я не помню, какой-то водяной шоль. Вот из него можно, из этих потом пятерых можно создать типа дракон. Я пятого не находил вообще, просто в каждый магазин забегал и не находил. С друзьями бегали, думаю найти. Второй это какой-то дьявол, не знаю, какой-то дьявол. У него щит вот такой огненной. Такие крылья. Такие дьявольские. Вот как бы. Вот и щит в жопе, чтобы защищать. Не знаю, что. Может быть, это девушка, может быть, мужик. Ну, в принципе, неплохой. Вот. Из этих клыков делается сам дракон. То есть, как бы эти клыки вставляются в ему пасть дракона. Там была инструкция у каждой. Инструкция у меня не сохранилась, только у пятого чувака есть такая большая инструкция. Вот. Этот какой-то типа Халка. Руки слишком кочевные. Вот, и у него такие клыки. Он может их поставить в оборону, то есть поменять и сделать из них оборону. Да, обзор какой-то будет длинный, потому что тут две штуки обзора, Star Wars и вот это. Вот. Такие медвединые клыки или что, не пойму. Такой робот, толстяк какой-то. У него еще ножки его шевелятся. Вот. Какой-то каменный или что-то такое. Не помню. У каждого вот этого чувака есть стихии. То есть у этого скорость, у этого огонь, у этого камень или что-то такое. Или земля. А у этого небо, то есть ветер. Вот. У него такие крылья, он типа умеет летать. И у него такой длинный меч. Вот. Он еще на две детальки сделан, как бы. Так. У него мне понравились сапоги у него. Некачественные, такие блестящиеся. Вот. Немного дизайн мне смущает. Какой-то вот такой красно-синий, красно-синий, коричневый, черный и белый. Вот. Коричневый. Можно заканчивать обзор. Блин, неплохие вот эти. И если вы у вас есть такой какой-то одна мини-фигурка, которую вот я могу купить, в принципе. Вот. Их у меня четверо, которые вот я снимаю. Если нету вот такого, какой-то другой, то мне скажите, напишите в комментариях. Вот. А с вами был я, Цис. Всем удачи, всем пока.